напоминает нам о правилах в случае чемпионского поединка. Поединка за звание чемпиона. Это 3 раунда по 5 минут. А так это 2 раунда по 5 минут. И вот сейчас показывают, как судьи оценивают поединок. И представление бойцов. Ну, в принципе, все стандартно. Судьи оценивают поединок по общему количеству ударов, по агрессии, по переводам в партер, по попыткам проведения болевых или удушающих приемов, ну и, соответственно, пассивное ведение они не оценивают. Fighting out of the blue corner, this man stands at 173 centimeters tall, weighing in at 70.3 kilograms, making his first appearance in one championship. From Miankailay... Да, оба бойца дебютанта сегодня выступают. И напоминает нам ринг-анонсер, что... And now introducing his opponent. Оба являются дебютантами ММА. Хотя возраст уже довольно-таки серьезный. 26 лет. When the action begins, your referee in charge, Joey. Но опять же, многие бойцы из здешних мест выступают в ММА постольку поскольку, это не является их основной профессией, но когда зовут, тогда подрабатывают. Ну что ж, давайте посмотрим. Первый раунд. Сой Лэй. Саладо. Первый раунд. Ладо в синих или в голубых шортах и Лэй в черных. И уже начинает поддавливать Лэй соперника, но вот натыкается на встречный удар. Обмениваются бойцы лоу-киками. Пока очень осторожно, очень аккуратно. Даже в какой-то степени приостанавливают удар перед его нанесением, чтобы не лишиться сил к концу поединка, поскольку он может оказаться очень и очень долгим. Показывают нам свои акробатические навыки эти парни. Попадает слева Ладо. Неплохая атака в корпус от Со Ладо. И тут же мидл-кик от Со Лэя. Да, обмениваются любезностями парни. Словно сравнивают силу удара, поскольку наносят одинаковые удары. Дескать, попробуй перебей-ка. Промахивается сейчас Сойлей, но по-прежнему идет вперед. По-прежнему старается работать первым номером. Отличный хай-кик в исполнении Со Ладо. Тут же добавляет джеб. И пропускает двойку Со Ладо. Немножко повело. Продолжает атаковать Со Лэй. Попытка фронт-кика в его исполнении. Слева промахивается Со Ладо.
Отличное попадание справа от Солодо. Через руку. Оверхенд. И тут же хайкик. Активизировался немножко Солодо. Но не отступает Суэлэй, гнет свою линию. По-прежнему старается работать первым номером. По-прежнему идет вперед. Поддавливает к сетке. Отличное чувство дистанции у Солодо. Прекрасно он понимает, что надо отходить от сетки. И тут же флайн не добавляет. И какой удар справа. Посмотрите, друзья. Почему только не пошел на добивание, непонятно. Отступил Солодо. Отличный лоу-кик от Солодо. И тут же хай-кик от Эллея. Бьются по таким правилам кикбоксинга, я бы даже сказал. Ребята, еще ни разу не было даже попытки перевести поединок в партер. По-прежнему Суэлэй работал первым номером, но вот как только я это сказал, тут же перехватил инициативу Солодо. 30 секунд до конца первого раунда. Лоу-кик. Удар в корпус. Перевод в голову. Еще один лоу-кик. И раунд завершен. Ну, я бы сказал, что раунд был односторонним, если бы не одно «но». Все-таки удалось огрызнуться Солодо в середине этой пятиминутки. И, несмотря на проигранный раунд, Солодо показал, что он все еще опасен потенциально для Эллея. Поэтому Эллею надо держать ухо востро. Ну что же, второй раунд. Солодо против Суэлэя. Напоминают нам, что Ладо в синих шортах, Лэй в черных. Хорошо работает на дистанции сейчас Ладо и попал справа отменным крюком. Очень удачно вставляет джеб Ладо. Немножко подлиннее у него руки, и вот за счет этого с дистанции попадает. Причем как нанося боковые удары, так и оверхенды, так и джебы. Разве что апперкотов еще не было. Ну вот по корпусу я не знаю. Надо ли бить Ладо, поскольку он повыше соперника. Но вот, тем не менее, такие своеобразные заманухи делает Ладо. Показывает, что будет бить в корпус. Эллей опускает руки и тут же наносит Ладо удар в голову. Этому учат именно в боксе. Хорошая комбинация от Эллея.
удар слева и middle kick. Там показалось, что пальцем попал Ладо по сопернику, но Лэй сказал, что все в порядке, готов он продолжать. Призывает уже рефери к активным действиям. Все-таки соперники бьются исключительно на дистанции, и ударов не сказать, что очень много. Снова хай-кик в исполнении Ладо. И уходит он на безопасную дистанцию. Преследует своего соперника LA. Старается по-прежнему быть первым. И вот попытка бэкфиста от Ладо. Тут же джеб, тут же удар в корпус. Попадание слева от LA. И мидл-кик хороший. Надо продолжать, но отвечает тем же Ладо. Причем в двукратном размере. Реваншируется Ладо за каждый пропущенный удар. Но немножко начал сдавать. Силы все-таки не бесконечны. Да, и вот пропускает удар слева. Еще один. Преследует оппонента LA. А биться-то еще почти 2 минуты. Попытка провести апперкот от Ладо. Еще одна неплохая комбинация. Да, совсем как-то сник Ладо. Сейчас, конечно, LA посвежее выглядит. Неплохая была комбинация от LA, но мимо. Еще минуту биться бойцам. Вот middle kick мы видим в исполнении LA. И уже вялые, такие вялые потуги от Ладо. По-другому и не назовешь. И вот дает устное предупреждение рефери за пассивность. Все правильно, но, конечно, здесь, я думаю, пассивность связана с тем, что в не очень хорошей форме находится один из бойцов, а второй просто не желал форсировать до этого момента события. Тем не менее, еще 20 секунд, и уже в атаке LA. Конечно, вот этот третий раунд, полностью проигранный Ладо. И определил победителя этого боя, поскольку вот за такое поведение в бою от Ладо, то есть абсолютно пассивное поведение, и это показывает нам первый раунд, поскольку во втором раунде от Ладо мы этого уже не видели. Так вот, за пассивное поведение, конечно же, побед не дают. Ladies and gentlemen, after two rounds, we go to the judges' scorecards. And all three judges see it for your winner. Единогласным решением судей. From the red corner, Seo LA. Ну что ж, поздравляем Seo LA с этой победой. В не очень зрелищном бою, но, тем не менее, победа есть победа.